Билли Бонс, он же капитан, обладатель карты острова Сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не женат. Черный пес, друг Флинта, охотится за картой острова Сокровищ. Характер скрытный, не женат. Доктор Ливси, очень хороший и веселый человек. Характер общительный, не женат. Слепой Пью, тоже старый пират, хитер, жаден, ради денег пойдет на все. Характер мерзкий, не женат. Джимми Гокинс, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив, слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Трелани, туп, жаден, прожорлив, надменен, трусоват, ленив. Характер отсутствует, не женат. Джон Сильвер, он же окорок, он же одноногий. Самый страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удается. Характер скрытный, не женат. Капитан Смоллет, старый моряк и солдат. Любит говорить всем правду в глаза, от чего и страдает. Характер прескверный, не женат. Бен Ганн. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Характер мягкий, не женат. Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смоллет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты». Thank you.